Первый раз с концепцией 6 сигма заводчане столкнулись, когда управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев пригласил специалистов из ТМК Ипска для обучения персонала работе над ошибками. Ошибками, которые ведут к дефекту в производстве выпускаемой продукции. Обучение работы СПЦ, в котором Северский завод добился снижения, устойчивого снижения уровня брака с 3,6% до, в настоящее время, если я не ошибаюсь, 0,3-0,5. То есть это очень существенный и технический, и экономический эффект, который мы ожидаем до конца года выразится в цифре в районе 30-40 миллионов рублей. 6 сигма – это подход к совершенствованию производства через поиск и исключение причин, ошибок или дефектов в процессах путем сосредоточивания на критически важных для потребителя выходных параметрах. Мы должны достигнуть снижения расходного коэффициента за счет уменьшения количества внутренних дефектов. То есть вот это наша основная задача. И коллеги из Америки нам, грубо говоря, показывают, как при помощи инструмента 6 сигма можно достичь хорошего результата. Одной из давних проблем Северского завода является внутренняя длина труб в прокатном цехе при производстве труб ТПЦ-1. Вот, собственно, увидев, что эта проблема есть, руководство завода и руководство компании поставили задачу добиться устойчивого снижения этого вида дефекта, повысить выход целевой продукции, снизить количество продукции, которая производится с нарушением требований заказов и спецификаций, тем самым повысить удовлетворенность потребителей, снизить как внутренние издержки, то есть наши издержки, связанные с образованием брака, так и внешние издержки, связанные с претензиями от потребителей. Четко поняв, что хочет клиент, завод может приступить к совершенствованию своих процессов по системе 6 сигма и добиться необходимого качества своей продукции. Коротко, суть этой системы можно сформулировать так: статистический подход, качество, клиент, прибыль. Как разложить проблему по косточкам, да? Как найти ту самую косточку, которая нам мешает, вот если по-простому сказать. И вот на первом этапе мы работали группой, да, то есть были привлечены с нескольких участков люди, то есть НИЦ, цех, ОККП, вот техотдел, да, где мы совместно пытались найти то зерно, да, ту косточку, вот как я уже сказал, которая влияет на образование внутренних дефектов. В результате разработана программа, по которой заводчане работают по сей день. А сегодня к поливчанам присоединяются и зарубежные кураторы проекта. Они смотрят, как исполняется проект, на каком этапе находятся коллеги и где им нужно подсказать. Преимущество этого проекта в том, что работники Северского трубного завода самостоятельно разрабатывают пути решения возникших проблем. Американские специалисты лишь подсказывают, направляют. Возможно, по-другому смотреть на проблему, более шире, более видеть какие-то особенности, которые мы раньше не замечали. Вот это, наверное, самое главное. Six Sigma is a methodology for continuous improvement that's been very successful in many places. 6 Sigma – это методология, которая используется во многих компаниях на Западе и является, эта система непрерывного совершенствования, она является достаточно успешной в различных областях промышленности. Как сказал Майкл Браун, менеджер группы процессного инженеринга, концепция 6 Sigma создана для тех, кто находится в постоянном процессе совершенствования себя и своего производства. А для нашего города и Северского трубного завода это реальный шанс снижения уровня расходов на производство выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности на рынке. Ксения Балденкова, Алексей Ионов, новости нашего города.